Поехали? Да, поехали. У нас шестая партия. Сейчас мы 7 секунд фора дали. О, слушай, это же неприятно. Слушай... Это камбэк. Дай мне номер этого молодого человека, я его Феникс приглашу. Так, так, Феникс, и без него хорошо. Нет, нет, ты разузнай там, разузнай. Ну, не срослось чуть-чуть. У него? Бывает. Самое обидное, что он может меня обыграть, потому что у меня лаги. Да, я вижу экранчик, чуть-чуть подлагивает. Ой. Коняшка, да? Ну да. Слушай, ну он... Он хорош. Давай возьмем ему, вышли ему приглашение в команду Феникс. Я не умею. Ну, придумай что-нибудь. Надо позвать в группу просто. Дай ему денег. Прям уже... Зачем? Вот сейчас прям пиши. Давай мы тебе денег, а ты играешь за Феникс. Ну он же играл ужасно. Ну как это? Он гений шахмат. Так что, он прошел фес? Что? Да. Даже 20-го хода нет, как так? Так, чуть подлагнуло меня. И у всех вас, дорогие друзья. Да, ну в общем сильные лаги, но, наверное, на результате тоже не скажется в этой партии. Ты как считаешь? Я считаю, что скажется. Определенно. Мат-то будет или нет в партии? Отлично. Что, кстати, так залагало? Я не знаю. Ну, есть у тебя какие-нибудь подозрения? Да нет. Давай браузер закроем. Да, давай. И чё с бейс? Пока нажмем на паузу, он сейчас бейс закрыт. Так, дорогие друзья. Тот же самый соперник. Тот же самый соперник. И те же самые лаги. Да, небольшие. Да, видно, видишь у нас, как это называется, компенсация уменьшается после каждого хода. Так, ну мы поправим это обязательно. Так, Кирилл, небольшие это мя. Неужели все плохо? Так, что скажешь? Что я скажу? Симпатичный коин на F4. И на D4 симпатичный коин. И на D4 симпатичный коин. И на D4 симпатичный коин. Ты звучишь как испорченный телефон. У нас же один будет симпатичный коин. К сожалению, он, походу, не выбирается оттуда, да? Все нормально будет с конем. Стоп, стоп, конь H3. Нужно надержать этого красавца на F4. Что ты предлагаешь? Что за бред? Конь H3, чем плохой ход? Ну, потому что там больше боев. Ну и что? У нас ладья лишняя, это вообще не значит. Мы сейчас уроним флаг, ты чувствуешь? Не страшно. Нельзя рокироваться, потому что это без коня. Что? Ну, а, это размен просто. Я что-то думал, что линия еще до сих пор не вскрыта. Не, ну ты чувствуешь 19 секунд. Ну, у него это уже первая проблема. Сейчас он еще... Нет, не ставит, к сожалению. Что ж дисло на штрита? Угу. Матильда Ивановна грозит на D1. А он увидел, ты видишь? Матильда Ивановна. Видишь, он как? Он все чувствует. Все чувствует. Тонкий шахматист. Томми Робредо. Перешел в атаку еще. Да. Менял ладьи. И уронил флаг. Продолжаем. Да. Вроде ладьи подисчезли чуть-чуть. После того, как браузер был остановлен. Мне кажется, это случайное совпадение. Так, нужно на паузу пока. Ждем пока соперника. Так, это у нас... Ну, слушай, а теперь стой, любимая, ого. Таблетка для памяти. Ого.
У кого таблетка для памяти? У кого-то таблетка. Так. У них 6. Итальянка. 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 Олег должен быть в восторге. Олег вряд ли посмотрит это видео. Олег не любит итальянки. Но он же делал видео по итальянке, как вы можете ее не любить. И что, я тоже делал видео по многим дебютам, я же их не очень люблю. Это вообще не останавливает нисколько. Ну, слон H2, ну это же. Что ж ты делаешь? Профилактика. D5, пора. D5 на конь E5. Да хоть белых тебе, твой курсор мешает мне. Надо, вот-вот получил. Ну чё, всё нормально. Немножко подозрительно, конечно. Ну, вроде нормально. Ну, немножко подозрительно. Чувствую, что ты какой-то радостник опять попал. С таким тяжелым лосом. Все ладьи видел. Значит, смотри, сейчас будет ладья B4, ладья B3. А что ж, ну смотри, ладья B4. Да что ж ты не меняешь ферзей-то? Мне становится страшно потихоньку. О, видишь, ладья B4 сыграно. Отлично, ферзя выиграл. Надо сдаться. Хорошему. Победа. 28 пунктов. Ну, ладья B4, ладья B3 он все-таки исполнил. Ты обратил внимание? Да. Так, поехали. 5 секунд отдаем первым ходом. Ой, пешка, он не берет. Ну, у него пара. Это какой-то жесткий радостник. Так, я передумал. У того, у которого ты номер брал, пошли его. Вот с этим связываемся. Что ты сделал? Так, пешка зависла. Ох. Ох ты, F6. Ферзь H5 же. Что ж ты делаешь? Да не я не мог через коня прыгать, понимаешь? Так, ладно. Вскрыли линию. Вскрыли здесь все. Ну, получше, наверное, у черных. У белых. Черных? У белых. Да у кого угодно, наверное, получше. Нужно пешки толкать, отлично. Еще одну толкать. Поменяет ладьи. Это будет, наверное, не очень. Поменял. Заползаем. Меняемся. А мы успеем? Успеем. Или нет? Ему король D6 пойти. Медленно. Медленно. Все, цук-сванг. Качественно. Да. Нужно поймать момент, когда он собирается пойти опять. И поймать меня на предходе. Он вообще решил этого не делать. Ну, отлично. Да. Идем к успеху, уже почти 1800. А, еще даже 1800? Нет, замечательно. Нет. Поцелуй ладьи. Ну, ты по стыку рейтингу, человек. Слышишь, ты башню, вот, тебя целует башня. Это о чем говорит? Башкой в стену ударить? Не, серьезно. Я думаю, у него даже не было таких ассоциаций, когда он придумывал. Ой, кто-то загнулся. Будет болезненно сейчас, наверное. Ой. Ой. Посмотри, как он избегает всех вилок, это невероятно. Конь BD7. Чё, после конь BD7 просто посмотри вот на эту позицию. Слушай, что это с ним? Шах. Только шах. Ферзя брать. Ладью съешь. Он сейчас очень важную пешку на F6 съел.
Похвально. Матильда Ивановна прилетела. Ну да ладно. Это у нас был второй выпуск. Посмотри нашу анкету. Ну да ладно, следующая партия. Да.